Сентябрь – время, когда дети идут в школу и детский сад. После теплого лета на свежем воздухе закрыты и холодные помещения. Встреча с многочисленными сверстниками. Молодому организму нужно время, чтобы перестроиться. Особенно этот период опасен для тех, кто впервые меняет обстановку от 3 до 4 и от 6 до 7 лет. Те две категории возраста, которые наиболее часто обращаются за медицинской помощью. Естественно, особенно те, кто пошли первый раз, они переносят период адаптации. В период адаптации увеличивается количество заболеваемости. Очень большое количество детей пошли в первые классы. И в связи с этим связано с тем, что детки начинают чаще болеть. Естественно, повышается количество обращаемости. Вирусы и инфекции здесь ни при чем. По словам специалистов, сейчас они не регистрируются. Просто проблем добавляют и климатические условия. Сырая и влажная погода, как правило, увеличивает количество заболеваний. В качестве профилактики врачи советуют соблюдать режим дня. Ребенок должен засыпать и вставать в одно и то же время. Полноценное питание, отдых, прием витаминов. Не стоит забывать и о народных методах. Это, естественно, у нас чай с медом, витамины в виде морсов, отваров, клюквы, брусники, бани, естественно, для тех, у кого есть такие возможности. Пока детки не заболели, находятся в состоянии здоровья очень хорошо, закаливание, обливать ножки холодной водой. По утрам. Врачи предупреждают, даже если ребенок переболел ОРВИ, не стоит пренебрегать ни одним из методов профилактики. Самый опасный и длительный период заболеваемости, то есть зима, еще впереди. Екатерина Зайнулова, Валерий Алексеев, служба новостей.